I'll give you my own bitter experience. Я вам хочу рассказать некий свой горький опыт. I translated Swami's discourses for about 23 years. Я переводил лекции с вами в течение 23 лет. When I had been to Argentina, когда я был в Аргентине, visited Buenos Aires, its capital. То есть я был в Буэнос-Айресе, в Аргентине. One lady by name Sarita. Девушка по имени Сарита. Came to me and said. Подошла ко мне и сказала. Mr. Anil Kumar, your translation is wrong. Мистер Анил Кумар, ваш перевод неправильный. I did not feel insulted. Я не почувствовал никакого оскорбления. Сама, я не обиделся. I told her, you are really great. Я сказал, я считаю, что вы прекрасная женщина, вы великая женщина. Because you understood what Swami said. Потому что вы поняли, что сказал Свами. You could find out that I'm wrong. И вы также поняли, что я неправильно перевел. Simply great. Великая. I love to be corrected like this. Я люблю быть исправленным таким образом. Люблю, когда меня так исправляют таким образом. I appreciate your better understanding. Я ценю, что у вас получилось лучше понять Свами, чем мне удалось это сделать. Then she went on saying. Дальше она сказала дальше. There is one word, Satchidananda. То есть есть слово Satchidananda. Your translation for that is not correct. И ваш перевод этого слова неверный. That I can say. That I can say, she said. Ну, то есть я это вас уверяю точно, вы его перевели неправильно. I said, prostrations to you. Сказал, простираюсь пред вами. I really appreciate the height of your devotion. Я истинно ценю высоту вашего поклонения, вашего преданности. Then, in Argentina, Buenos Aires, I attended a committee meeting. В Буэнос-Айресе у него была встреча с... Who runs such a site? Institutions. То есть это с людьми, которые были во главе института Сати-Сай. Комитет, да. Собрание комитета управляющих институтом Сати-Сай. Фернанда is the head of that institution. Глава этого института звали Фернандо. And very interesting is Fernando, masculine, feminine. That is the difference. И разница между Фернандо – это мужское имя, Фернанда – это женское имя. Very staunch devotees. Очень уверенные, да, очень такие сильные. They had on the committee an engineer, a doctor, an accountant, a politician, a prominent man from the public, a businessman, an agriculturist from different areas of public life. Главы комитета этого были абсолютно из разных сфер жизни, из разных профессий. Это были политики, и адвокаты, и инженеры, и доктора. То есть туда входили люди из разных профессий. They're running the school. И они как управляли. And they wanted me to speak. Они хотели, чтобы я... It is my habit to speak. Мне привычно иметь такие общения с людьми, да, давать лекции какие-то. I'm a professor. Я сам профессор. So it's not difficult to speak. Для меня несложно дать какую-то речь, да? Now comes the real problem. А то случилась проблема. At the end of the talk, в конце моей лекции, a lady got up. Одна женщина встала. Mr. Anil Kumar, I have one question. Анил Кумар, у меня к вам всего лишь один вопрос. I said, thank you, let me know. Нет, ну спасибо, задавайте. Take, for example, truth, satya. Возьмите, к примеру, истину, satya. How do you teach satya to children? Как вы преподаете истину детям? Of a primary school. В младших классах. How do you teach satya? То
То есть каким образом вы учите этим? Secondary school children. А как вы преподаете истину средней школе, ученикам средней школы? How satya is to be taught for college boys? А как вы преподаете истину детям уже в институте, в колледже? What, how are you going to speak on satya to university boys? И как вы будете говорить о сатье тем, кто уже в университете, уже более... Same satya. Истина одна. To be taught in different levels. Но преподаваться она будет на разных уровнях. Will you please tell us now? Скажите, пожалуйста, как вы будете это делать? Finish. Finish completely flat. Я как бы растерялся, да? But to save my face, даже чтобы сохранить лицо, I said I cannot say right now here. Я прямо сейчас вам ответить на этот вопрос не могу. Time is not adequate. То есть время не подходящее для ответа на этот вопрос. I'll send you literature on this. На эту тему я пришлю вам то, что можно почитать на эту тему. Later. Позже. That's how I escaped from the embarrassing situation. Таким образом я избежала этой ситуации, которая для меня была бы позорной ситуацией. I had no answer actually. У меня не было ответа на этот вопрос на самом деле. Foreigners are more informed on sign literature. Люди, которые приезжают с разных стран, они больше знают, больше читают литературу сати саи. То есть они больше сведущи в этом вопросе. One fellow came there in Buenos Aires. He said, Mr. Anil Kumar. В Буэнос-Айресе ко мне подошел такой человек. Do you know Tripura Rahasyam? He said. Вы знаете Tripura Rahasyam? Tripura Rahasyam is a very, very tough composition. Это очень сложное произведение. By Adi Shankara. Написано Ади Шанкарой. Most of the fellows here in India do not know. Большинство индийцев в Индии не знают этого произведения. Including me. Включая меня. He said, do you know Tripura Rahasyam? А он спросил, вы знаете Tripura Rahasyam? I said, I'm very sorry. Я очень извиняюсь. I apologize. Прошу прощения. You are true Sai devotee. Вы истинный преданный последователь Бабы. You are a true Indian. Истинный индус. In every way. Во всех отношениях, во всех смыслах. I may be Indian Hindu by birth. Я может быть индус и индиец по рождению. But from the knowledge point of view, но с точки зрения знания, you are true Indians and Hindus. Вы истинные индусы и индийцы. Why should I say all that? Почему я все это сейчас говорю? It's only to let you know the influence, the impact, the effect of Baba on Western people. То есть почему я это все рассказываю? Для того, чтобы показать вам масштаб и влияние с вами на людей с разных стран, с других стран. Many of them read Sai literature adequately. То есть большинство из них читали литературу с вами очень внимательно и понимали ее. In one of the satsangs, на одном из сатсангов, at the end of the satsang, под конец сатсанга уже, an American came to me. Ко мне подошел один американец. Mr. Anil Kumar, would you go still deeper into the subject? А вы могли бы поподробнее рассказать вот на эту тему? Поговорить на эту тему? I asked him, am I superficial? А я что, был поверхностным в своем рассказе сейчас? Sir, these things what you said are known to many. Да, то, что вы говорили, но об этом знают все. We want you to go deeper and deeper. Мы хотим, чтобы вы более подробно в деталях нам рассказали, поговорили на эту тему. So that we'll understand you thoroughly. Для того, чтобы мы поняли более глубоко. I told him with folded hands. Я сложила свои руки перед ним. I'll follow your advice. То есть я последую вашему совету. Like that, many people studied his literature.
И таким образом очень многие люди изучают лицо, то есть с вами.